Все вверх! Все
как ваше настроение? Блин, я бы очень сильно вот надел кеды поудобнее. Думал, выйдем сейчас на сцену на Урал Мьюзик Найт, как попрыгаем. А тут, мне кажется, вот если мы попрыгаем, то я думаю, завтра мы не будем выступать уже. Я уверен, сопротивление, или как это все называется. В общем, у вас там не подскользнешься, поэтому если вы будете прыгать, мать вашу, как на настоящем крутом метал-концерте, то это будет лучшая награда за наше сегодняшнее выступление, друзья. Хорошо, ну а давайте я поприветствую сегодня здесь. Я знаю, что здесь есть наша фан-база, да? Поднимите руки, друзья. Которая знает даже наш новый последний EP и слышал трек «Этажи». Обернусь назад, то без заметить взгляд. Каждый мне
Друзья! Я хочу, знаете, что сказать? Я обратил внимание на то, что с некоторыми городами, в которые мы приезжаем, у нас есть какая-то особенная энергетика, и Екатеринбург один из них. В общем, что на нашей стороне концерта, что на Урал музыкант, между нами есть некая связь. Я бы сказал, есть некая химия, правда? Следующая песня, я хочу посвятить всем вам за то, что вы сегодня здесь. Мне уже не больно, и так шуршала кожа. Биту, блядь, на ощупи, срочная мель. Но странно, мне прикольно, в этом мы с тобой похожи. И будущее было в прошлом. Yeah.
что сказала чистые речи. И подожду и вечно сам. Все будет у нас не так повсюду. Где не идет, там нет, там и не лечит. Давай сегодня пошучу. Давай сегодня скажи мне, чего хочешь ты. Здесь я же сделаю все, мы с тобой. Пока я дышу, и как можно все испортить.
Спасибо, друзья, вы лучшие. Следующий трек называется «Я тебя тоже». Стоп! Сейчас, подождите. Мы научимся играть. Начнем. Барбачево говня? Не барбачево. Теперь можно посмотреть свет. Что бы ни случилось, мы поем. Что наболело, хватит лишь, что не только я сумею, что ты как пальцы зажимать.
классная идея. А что, если нам приехать осенью с сольным концертом в город Екатеринбург? Ну все. Значит, осенью, друзья, увидимся. Будем всех ждать. Или в Свободе, или в Телеклабе. Что-то где-то там, я уверен. Мы с вами найдемся. Поднимите все свои руки, пожалуйста. Те, кто у кого нет зонтов. Все! И прежде чем мы ее сыграем, я в очередной раз спою оду Урал Мьюзик Найт. Давайте пошумим сами себе за то, что вы сегодня здесь, это раз. Во-вторых, давайте пошумим для всех музыкантов, которые сегодня здесь выступали. И будут еще выступать. Отдельный шум для Мэри Гу на Geek On Stage. И пошумим сами себе, потому что вы, я знаю, что если бы вы купили билеты, то вы бы точно пошли бы. Но когда концерт бесплатный, вы такие думаете, ну ладно, там погода отстой, пойду в следующий раз на Урал Music Night. Но вы пришли сюда. Друзья, пошумите для самих себя, спасибо вам, что вы сегодня здесь. А сейчас мы с вами поем о самой важной любви. О любви к деньгам. Все разные в бабе. Yeah.
каждый день отдаюсь без остатка на счета. Поднимем с вами руки. Все. Обе руки.